Всем привет, с вами Салия. Давайте узнаем, что нового и веселого произошло в мире. Легенда Рунета Никита Литвинков снялся в рекламе обедов от факультета бистро из Воронежа. Хвала маркетологам, которые привлекли такую звезду российского интернета в свой ролик. Но печально лишь от того, что тот самый борщец и чаек, заставляющий чувствовать себя человеком, состарились на 14 лет. Да-да, столько борща утекло, столько чая пролито, и мы с вами тоже состарились. Ну а пока мы с вами стареем, знаменитый Павлодар, который отлично известен ценителям казахского рэпа, цифровизируют полным ходом. И при этом не задаются вопросом, а туда ли мы свернули или все-таки это поворот не туда. А что, собственно, произошло? Все очень даже разумно. На электронные информационные таблоиды наклеили бумажные объявления. Да, вы не ослышались, век технологий, что тут еще сказать? Даже страшно от того, что новые технологии так быстро и хорошо приживаются. Восстание машин близится с неимоверной скоростью. А пока павлодарские гении лепят бумажные объявления, на Авито найден новый шедевр. Хозяин кошки Мэгги продает ее за стоимость, равной всему ущербу от кошечки. По словам автора объявления, пушистая мордашка – настоящий тиран. В объявлении, которое написано с настоящим разочарованием и безысходностью, описано все, что вытворяет прекрасная кошечка. Ущерб от размотанной туалетной бумаги и наполнителя в обуви автор оценил в 15 миллионов рублей. Говорит, что всю вырученную сумму он потратит на психологическую реабилитацию после всего пережитого. Кому там скучно, покупаем? Пока вы думаете, стоит ли такое счастье 15 лимонов, есть для вас вариант подешевле. В Токио представили пиво для мам. Крафтовый напиток содержит в составе 40% фруктов и низкую крепость, всего 2%. Само пиво назвали Be Heroine, что в переводе означает «будь героиней». Производители отмечают, что такое пиво смогут оценить мамы, воспитывающие детей. Правда, с ароматом хмеля и вкусом фруктов, говорят в пивоварне. А такое мы покупаем или надо что-то покрепче? Решать вам! На этом все. Оставайся с нами. У нас всегда весело. Пока-пока-пока!